честь 75-летия Великой Победы Московское областное БТИ проводит бессрочную акцию по оказанию бесплатных услуг участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. В данный момент заявки принимаются по телефону, а после снятия режима повышенной готовности сотрудники будут осуществлять выездной прием документов. Все работы будут производиться также после полного завершения режима самоизоляции и возобновления работы МОБТИ в штатном графике.